праздником Победы, дорогие наши ветераны! Многие были сорваны, на отдельных нарисована свастика. Тогда я отослал этот материал в газету. Но это были те, кто бьет из-за угла. Мы не дали им должного отпора. Нынче все чаще и чаще раздаются голоса этих грязных людей с грязной душой. По-другому я бы не сказал. Посмотрите, перед нами 6 из 8 ветеранов войны. Им на помощь, то есть сбор пожертвований, участвовали одинаково. Даже, знаете, не берусь судить, кто больше, кто меньше. Здесь выносилась другая цифра. И латыши, и русские. И понимаете, когда я видел эти пожертвования на бумаге, я никогда не говорил, не выступал после отдельного товарища. Но, знаете, я преклоняю голову перед теми, кто выделял свои средства для ветеранов. И стыдно, и горько было слышать недоумков нашей Думы, когда они говорят открытым текстом, а кто они такие? А кто вы такая, госпожа Инта? Спасибо. И мне стыдно за то, что эти люди сегодня ходят по этой земле. Они скажут, это наша земля. Я христианин. Я не имею права проклинать. Но я знаю одно. Погибшие, души погибших призовут к ответу этих людей, которые не понимают, что такое боль и что такое страх и вообще что такое война. Радуйтесь, мы сегодня живем, не знаю, при чьей помощи, с Божьей помощью, но все-таки 68 лет без войны. И мы ее не допустили. Наверное, каждой своей частью, но больше всего вы, сидящие здесь перед нами. Спасибо вам. Мой вам поклон. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Нет, ни нам, ни нашим детям этот праздник забывать нельзя. Если за каждого погибшего во Второй мировой войне человека объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет. Извращенцам от истории. Хватит измываться над победой, крокодильями слезами обливаясь. Вы там не были, а значит, вы невежды. Вам расплюнуть прошлое, охаять. Ищите, к чему бы тут придраться, чем еще привлечь к себе внимание. Вам по нраву в грязном ковыряться. Но тогда ведь грязно и признание. Как дворняжки у чужого дяди над своей историей смеетесь, но не как в бою, подкравшись сзади, на святое Родины плюете. За окнами весенний лес летит, напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Да только этой патоки с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением.
И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд в окно, на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат, и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек главное богатство, недр где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней. И начнут они пищать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова, я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. Под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Те, кто расплатился за чужую подлость, уходил под пули прямо, не сутулясь, превращаясь в слезы, превращаясь в гордость, в синие таблички деревенских улиц. Но пора настанет, верю без оглядки, и в огромной книге летоисчисления лягут как закладки синие таблички, символ поколения. Прокричат таблички нам открытым текстом: надо жить достойно, надо жить не пошло. Над землей месяц май, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.